Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. Всем привет, ребят! В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Убейте Оливию Пирс. С вами Легасик, и мы продолжаем играть в Doom. По-моему, по счету это Doom 4 часть, если я не ошибаюсь. И здесь у нас какие-то нереальные прыжочки. Ого-го! Ты кто? Браток, ты кто такой? Ты с ракетами умеешь стреляться, да? Нифига. Ну-ка, давай-ка я тебя распилю. Мне нечем стрелять. Ты не устал тут? Паря. Ты какой-то опасный, по-моему. Блин, это новый чувак. И его зовут Ракета-бог. Какой-то нереальный Ракета-бог, если честно. Заперто. И там у нас система рун. Стоят танки. И вот я хочу туда. Я хочу исполнять нереальные штуки. Четыре. Вот, держите. Пик-пик-пик-пик-пик. Хорошо разносит эта штука. Но она лучше всего разносит вот так вот. Отлично. О, солдаты. Солдаты, приветствую вас. Ой, давайте вот только. О-о-о-о! Ёк-макарёк! Опять какая-то жесть начинается. А это ведь плохо. Набираем ракеты. Давайте, ребята. Это что ты за импульс-то кидаешь? Вы видели этот импульс? Жестоко. Хорошо этому по спине насандалили. И вот этому тоже. У него жизни выпадут. Хорошо, я ведь могу 150 жизней. Фига ты, босс. Это мини-боссики теперь стали. Ну как мини-боссики? У них неплохие жизни. Блокировка снята. Демонов нету. Патронов очень много. Бензопилы тоже нету. Не страшно. Что это? Это ботинки вот эти, да, прыгучие? Мы будем прыгать как бог? Хорошо. Вы получили прыжковые ботинки Дельта 5. Теперь вы сможете выполнить двойной прыжок. Нажмите пробел дважды. Класс. Давай проверим. Вот это супер. Вот это мне нравится. Куда можно залезть? Сюда могу залезть? Могу. О, здесь вроде как я могу даже сюда попасть. Нет, не могу. Жалко. Ладно, тогда выше пойдем. Музычка начинает разгораться. Мне это не совсем нравится, потому что, возможно, сейчас будут демоны. Броник зеленый, отлично, он наш. 25 дает. Брони, я броню, к сожалению, или к счастью, не улучшал. Я пошел тупо в жизни. Хорошо, перепрыгнул. А дальше куда? Дальше будем исследовать катку. Точнее, карту. Можно сюда, сюда. О, ну-ка, что ты мне подаришь? Апгрейдики. Люблю апгрейдики. Люблю жизни до 200, ребят. Как он вообще умудряется терпеть вот эту всю энергию? Энергия направлена в подсистемы. Конечно же, здоровье. Здоровье превыше всего. 200 здоровья, ребят. Ставь лайк за такое большое количество здоровья. Мне кажется, это потолок. Это максималочка. Знаете, что я вам хочу сказать? Я хотел бы попробовать пробежаться по трубам. Может быть, у меня это получится? Жесть, что я делаю, ребят? Я не знаю, что я делаю, но я что-то делаю. Куда я иду? Я взял и прошел по трубам. Это правильно вообще? Эй. Эй. Эй, ты где? Бесеныш. О, импики. Импики. Здравствуйте. Ну вы же слабые. Где ты там? Ой, вот мой папа бы не смог здесь играть. Он не любит прыгать. Он раньше любил играть в Unreal, в Doom. Только в старые версии, которые были... более сюжетные, что ли, такие. А вот здесь стали какие-то
прыжочки, мясо и все в этом духе. Кто там стреляет? Иди-ка сюда. Иди-ка сюда, бесеныш. Хорошо. Кровакушка от тебя пошла. А, ты там где-то, да? Куда ты там? Ну-ка, дай мне 5 хп. 5 хп отлетели. Иди-ка сюда, мой хороший. Я сейчас буду ломать твое лицо. Вот так вот. Как ему хорошо прилетело, а? Что мы сможем сделать здесь? Ах, ты уже туда перепрыгнул, да? Стой, гад. Я чувствую, он не хочет стоять. Ого, заряд. Тихо, пинч. Отличный заряд, слушайте. Пинч. Ох, ни хрена себе, он с одного выстрела уничтожается, этого заряда. Прикольная пуколка. Ничего не скажешь. Ладно, давай проберемся чуть повыше. Чего у нас тут? Как у нас тут обстоят дела? По лестнице забираемся. Забираемся, аптечки. Ой, да ладно, не кричите. А вы мне же ничего не можете дать, да? Ты охренел, что ли? Охренели, что ли, совсем? Ну-ка, по 10 хпшек, ты взрывайся. По 10 хпшек, я сказал. А нет, почему-то... Нет, они дают по 5. Или по 10. Или все по-разному. Ой, опять ты. Давай это, ты не будешь. Не будешь здесь со своим щитом ходить. Опять ты сделал свой щит. Когда ты успеваешь делать щиты? По 2 щита он делает. Иногда их я за один... Иногда я их за один приход убивал. Ладно, пойдем по лестнице. Оп, здесь что-то ребит. Что у нас здесь в этой комнате? Это кто? О, здоровый парень. Ох, ему влетело. Не попал. Опять не попал. А, там еще этот щитовик. Щитовик-затейник. Иди-ка сюда. Вот. Ваши лица будут разматываться. А это все тебе подарки. Как тебе эти подарки? Что-то он хотел еще щит сделать, но у него вроде как не получилось. Бывает и такое. Это что за супер шняга? Это апгрейдики наши любимые. А давай-ка мы сделаем глушилку. Мы сейчас ее проверим, кстати. Робот, вали-ка отсюда. Во, глушилка правая так. Чик-чик, можно мутить. Мутить, крушить. Здесь все сломано, как обычно. Ничего не могу нажать. О, большая аптека, 116, это большая аптека? Что-то какая-то не очень большая аптека. Ладно, мы идем дальше. Где мой дробашек-то? Мне нравится дробашек, вот вообще прям теку по нему. Только я хочу двухстволку. Где двухстволка-то? Ого-госики. Вот это нежданный подарок. В 50 брони. А у меня же 200 жизней. Тихонечко мы пойдем в ту сторону, да? По трубам мы ведь должны допрыгнуть. А мы и допрыгнем. Для нас ничего тяжелого нету. А, Оливия. Да здравствует Оливия. Как... Эй-эй-эй-эй-эй. Она несет аргент-аккумулятор. Давай-ка без аргентов аккумуляторов. Открыть портал в ад. Сейчас она откроет. Хотя агент башни не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности. Иди сюда, красотка. Тихо-тихо-тихо, доктор Хайден все сделает. Главное, не кипишуйте. Главное, поверьте в меня. Я уже здесь. Оливия, я тут. Ушла, сучка. Вот он, легендарный бошкомобиль. Здравствуйте и добро пожаловать в Оака. Где расположена патентованная система фильтрации аргент-энергии, разработанная доктором Оливией Пирс. Мы единственная корпорация, владеющая этой области. Здорово, мужики! Вот это было классно! Здорово! Здоровки! Здоровки! Слушайте, ну, по-моему, неплохо лупят. Минус 2 сразу. Сразу разносит. Эй! Ну как-то, что-то как-то... Ох ты! Это что такое? 4-кратный урон. Поехали!
4-кратный урон, говоришь? По-моему, это жесть. Я люблю 4-кратный урон. Где ты? 4-кратный урон дался мне очень хорошо. Убил я эти две штуки. Что-то я как-то быстро с ними расправился, вам не кажется? Я даже не ожидал, что будет такое огромное и большое мясо. Супер, мне нравится. Просто нравится. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Больше лайков, ребят. Больше лайков, больше счастья. О! Сколько? 3? Все, супер. Теперь у меня будет хватать на мою... вот эта вот штука прикольная, но перезарядка очень долгая. Выучить бы на нее быструю перезарядку. Было бы классно. Что здесь у нас? В ящике патроны, как обычно, да? Хорошевич. Подождите, а он может этими стрелять? И либо супер-дробовиком. Хорошо, но у меня есть немного сомнения. Знаете, какое у меня есть офигенное сомнение? Что-то меня ударило. Тихо, ну как меня так могло быстро убить? Я должен, значит, бежать был быстрее поезда, наоборот, не наверх. А я думал, они сделали такую как бы систему, чтобы наверх можно было как-то пробегать. Где эта штука? Ломаем. А сейчас мне уже боеприпасы надо брать? Да, надо. Ладно, хорошо, ждем. И побежали. Давай, давай, только куда потом? Налево, направо, я не знаю. Ой. Сюда. Дальше куда? Дальше ничего никуда не едет. Здорово, мужик. Ключик дай мне, пожалуйста. А это на самом деле не ключик, это на самом деле жетончик, за который я бы себе что-нибудь заапгрейдил. 200 хпшечек запилите. О, это меня готовит к какому-то бою, ребят. Я чувствую, что сейчас будет дикая война. Здесь электричество меня не вжарило? Не вжарило. Это хорошо. Оливия, ты тут? О, ты опять мутишь, да, что-то? Нехорошее. Я прям вижу, что это зал, арена для убийства. Ну-ка, побежали вниз. Хобаньки. Компенсация удара сработала. Конечно же, а что ей не сработать? Это что за хренать? Ох ты! Зёзя-бозя! Это Зёзя-Бозя. Я назову его Зёзя-Бозя. Встреча с Зёзей-Бозей. На, держи. Не, я, конечно, понимаю, что ты нормальный такой пацан, да? Мне тут броня нужна. А тут я еще смотрю импики. Классуха. Зёзя-Бозик. Тихо, тихо, тихо. Зёзя, иди-ка сюда. На, покушай. Зёзика-бозика не стало. Идите сюда, сладкий. Это монстр Манкубус. Но я назвал его Зёзя-Бозя. Еще один Зёзя-Бозя. Держи. В лицо держи. Хе-хекс. Держи. Ой, давай ты без этого, пожалуйста. На, покушай. Ты лучше покушай, ладно? А вот этому надо ногу сломать. Наверх. Что у нас здесь, аптечка? Классно. О, это шарик. Шарик. 4-кратный урод. Идите сюда. Зёзя-мозя, Зёзя-мозя. Держи подарки, Зёзя-мозя. Ты тоже хочешь? Да не вопрос. На всех хватит 4-кратного урона. Ой, ты здесь. Добро пожаловать. Ты не хочешь умирать, что ли? Я думал, он как бы умрет. А что-то по хпшкам все плохо. Броник. На, держи подарки. Как тебе расслабляющая ванна? Эй, эй. Ну ты чего? Хпшки-то надо взять. Хорошо. А вот этому прилетело в лицо. А, я вижу броню. Но у меня брони пока нормально.
Здорово! Я видел, у тебя спинка чешется. Импосик. Импосик, это хорошо. Магическое присутствие ликвидировано. Все? Все? И нету демонических никаких штучек. Мне, пожалуйста, лифт. Хорошо, Вич. Что мы еще можем подобрать? Пожалуйста, лифт. А почему наверх-то пытаются меня куда-то направить? И что? Ой, ой, ой. Что-то надо делать, а я что-то не могу понять, что надо делать. Сейчас попробую разобраться. Здесь не могу залететь. Куда же мне идти-то? Что-то непонятки. Вот это вниз делается. А, я должен себе сделать как бы лестницу. И вот сюда успеть запрыгнуть, что ли? А если я запрыгну вот по этой штуке? Нормально будет? Можно я по ней запрыгну? По ней что-то нельзя запрыгнуть. Здесь катится лифт. И где еще? И там. Надо успеть просто в какую-то сторону. Сейчас замутим. Вот это повыше тогда? Да нет, стой же. Я же сказал повыше. Куда ты поехал-то? Вниз. Наверх поехали. Я успею допрыгнуть? Нет? Давай! Не успел. Но должен был. Что такое за перемещение? Тут куча кнопок непонятных. Куда мы вообще поехали? Давай-ка на самый верх и потом делаем прыжок. Вот это, по-моему, самый верх, да? Потом нужно еще как-то выше. Вот он доходит как раз-таки до того уровня, где мне надо. Сейчас замутим. Давай вниз. Хорошо. Как-то замутил. И теперь мы куда поедем? Теперь мы пойдем направо, наверное, да? Хорошо. Судя по показаниям, которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине аргент-комплекса. Если он отстроит этот аккумулятор, то я с аргент-лучом, то откроет портал в мир ада. И закрыть его мы уже не сможем. Да никто не откроет никакой портал в мир ада. Хватит болтать. Сейчас мы все выключим, не сцы. Опс, что-то там включилось. А что включается? Ой. Что-то страшно как-то. Что-то как-то страшно. Я должен был, наверное, успеть запрыгнуть туда, да? Лифт, открывайся. Отлично. Небезопасный уровень демонического присутствия. О, здорово, друзья. Блокировка начинается, да? Тебя я так могу убить. Здоровки, мужики. Держи подарки. Ой-ой-ой. По костяшке прям. Ты куда побежал-то? Чикс. Чикс. Эй. 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 Фига его разнесло. А что-то по патронам все плохо. Сейчас кого-нибудь распилим. Какого-нибудь мощного пацана. Вот, иди-ка сюда. Вау. А что, у меня кончилось? У меня же были патроны. У меня же были патроны. Как-то было плохо. Но у меня реально были патрики. Не патрики, а эти, как его? Бензопила. Блин, бензин! Йок Макаревич! На, держи.
А что-то вы все большие стали, да? Да не так вот. Оу. Надо хоть какие-нибудь оружие. Ого, отлично. Вот этим еще попадать надо. Во. Слушай, у тебя там, ты сейчас взлетишь. Вот это мы забираем. А есть где-нибудь еще какие-нибудь патроны? По патронам что-то просадка. На, держи. Фига он отлетел. Он аж сразу отлетел. Импосики между собой еще воюют? Демоническое присутствие ликвидировано. Отлично. Демоническое, это все хорошо. Где мне бензин-то найти? Бензин нужен, пипец как. Хоп. Что у вас здесь? Что за дрон? Оп. Зря потратил тока. Аргент энергии. Аргент энергии, говоришь? А у меня все полное. У меня по ХП все полное. А что выключилось? Я понял, что нажать сюда надо, но я думаю, что мне что-то подарить должны, нет? Вот. Я же говорил. Вот. Апгрейды. Я, наверное, броню улучшу. Патронов вроде всегда хватает, а вот брони и оружия, по-моему, не очень. Давай-ка мне, пожалуйста, броню. О, 75. Я буду выживалкой нереальной. Чё включили? Чё-то включили, ладно. Пойдем посмотрим. Аргент энергии. Куда его теперь? Сюда что-нибудь? Ой, на самый верх надо. Спасибо, куда поедем? А я? А как же я? О, хорош. Теперь поехали наверх куда-нибудь, да? Вообще супер. Вот это я понимаю. На самый верх. Ой. А дальше куда? Куда дальше-то? Сюда куда-то? Ё-моё. А тут ничего нету. Запрыгнул. Это меня радует. Фу, и сюда запрыгнул. Отличненько. И сюда запрыгнул. Не, это жесть какая-то. Пробираюсь по каким-то канализациям. Эй, давай без этого. Без этих всяких штучек. Дрючек. О, дружочек. Тебе, по-моему, сейчас хана будет. Ой, давай, не надо, а. Нормас. Куда мы идем-то? А вот нам еще выше надо. Ой, импики, импики. Развлекается. А если я так стрельну? Ох, его как размонтило. На, держи. Блин, не получилось. Но сейчас другого тогда штукну. Ту-ду-дум. Все, хорошо. А сейчас куда мы наверх двинем? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сюда. Нет. Я думал, сейчас упаду, но мне повезло. Здравствуйте. Так вы же такие слабенькие вроде, нет разве? Мне говорили, что вы слабенькие. Упс. Главное, чтобы толстяка здесь не было. Для него здесь очень, как бы, маленькое помещение. Не поместится он сюда. По спинке на... Вот вам. Прям под ноги граната прилетела. Он даже не понял, что случилось. Побежали. Ты куда побежал-то? Я вообще-то говорил, себе побежали, а не тебе. Слышишь, нет? Слышишь, нет? По-моему, он меня не слышит. Сейчас нужно прокачивать своего персонажа уже. Да уже у вас брать-то нечего. У меня полным... Воу! Взрывоопасный челик здесь был.
Че, мы куда едем-то? Вот сюда. Хорошо, а дальше куда? А дальше руна. Люблю руны. Поехали. Так, вооружившись боевым дробовиком, убейте 10 безвольных взрывами бочек за отведенное время. А что, 10 бочек это разве так много? Мне кажется, это легко. Или все-таки тяжело? Поехали. Начать испытание безвольных бочек, от которых. Так, цель уничтожена взрывами. Как понять взрывами? Что-то не понял. Подождите, вооружившись боевым дробовиком, убейте 10 безвольных взрывами бочек за отведенное время. Цель уничтожена взрывами. Как это понять взрывами? Не понял. Не понял. Я не понял. Тыкс. Я понял. Нужно, чтобы... Ничего не понял. И сам себя завалил. Повторить. Может быть, нужно чуваков убить с бочками? Давайте, где вы там? Пацки, идите сюда. Вот, идите сюда быстрее. Хорошо. Хорошо. Вот сюда вот, погнали. Отлично. Сюда подходите. Хорошевич. Сюда поближе. Во. 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 Вот так вот, это я понимаю. Предмет снижения становится эффективнее. Кстати, неплохая руна. Очень даже неплохая руна. Можно ее одеть и попробовать поиспользовать. Руна, мне кажется, просто суперская. Отлично, руну прошли. Сейчас еще наберем. А вот, у меня все треугольники уже. Поехали. Так, улучшение. Сокращает время перезарядки между выстрелами. Выстрелы пробивают цели насквозь. Мне вот понравилось. А здесь что-нибудь можно? Повышает темп шквального огня. Что еще можно улучшить? Пистолет, что-то не очень охота. С чего я в основном хожу? Я в основном хожу вот с этого дробюка. Он вообще классный. Сокращает время перезарядки между очередями. Давай его попробуем выучить. И сокращает время перезарядки. Вот это тоже попробуем сделать. Так. Здесь что у нас? Увеличивает эффективность усилений, повысит скорость определенных действий. Вы быстрее меняете оружие. Я что-то не очень это хочу. Увеличивает емкость снаряжения. Увеличивает эффективность навигационных систем. Я и так уже ничего найти не могу. Так. Понижение урона от собственных выстрелов. Можно усиление попробовать, чтобы получше были. При активации усиления здоровья возрастает до максимума. Во! Интересная штука. Далее, что мы еще посмотрим. Испытание для улучшения. Поглотите 300 брошенных предметов. Пылесос. Я еще пока даже... мы откроем вторую ячейку. Классно. База персонажа. База. Ну все, я все улучшил, все увеличил. Поехали. Куда нам дальше-то идти? Нам куда-то надо выше, да, или ниже? Или левее, или правее. Так. Ага, нам нужно будет прыгать. Тихо, тихо. Я пришел оттуда же. Давай сейчас приедет эта штука, нет? Долечу, нет? Нет! Крутяк просто. Не долетел. Мне кажется, нужно было до туда долетать и дальше прыгать. Как-то таким образом проходить этот уровень. Давай еще раз. Мы же можем даже сделать вот таким вот образом. Нет, таким мы не можем сделать. Мы вот так вот сейчас прыгаем. Компенсация удара сработала. Подожди, а это я обратно же иду? Что-то я немножко недопонял. Или нет? Или да? Сейчас вот мы обратно здесь перепрыгнем.
вроде как. А туда еще никак не попасть, нет? Ладно, сюда-то мы попали. А дальше куда? Туда, что ли? Нет, не туда. Давай попробуем пройти здесь. Опс. Опс. Куда мне показывает эта штука? Вниз показывает? Да, вниз. Сейчас мы аккуратно вниз будем прыгать. Спрыгивать. Так. Зачем я так резко-то пошел наверх? Показывает же вроде как вниз. А дальше как вниз? А дальше надо было вот на этом самолетике. Неужели я лоханулся и что-то неправильно сделал? Ну-ка давай. Так, сейчас что-то я не могу сообразить. Вроде показывает вниз по карте, да? Сейчас мы посмотрим. Я где-то здесь, а надо куда? Надо не наверх, случайно. Вот там ведь какая-то метка. Ну-ка давай. На робота попаду, не... Да стой ты! Хорошо, попал. Полностью вниз. Хорошо. Еще ниже. Хорошо. Еще ниже. Хорошо. Еще ниже-то можно? По-моему, фейл. По-моему, дикий фейл. Вот сюда, что ли, надо идти? Здесь закрыто. Чё-то я где-то накосячил. В очередной раз. А туда, туда тоже. Ну, туда можно, конечно, забраться. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Артефакты неуязвимость. Да оно мне уже сейчас не пригодится. Здесь закрыто. Тут все двери будут закрытые. Вот почему вниз показывают, я не понимаю. Вот сейчас, вот сюда, вот в эту дверь, как попасть? Сейчас попадем и посмотрим, что там есть. Аккуратно, ё-моё! Так. Дорога в ад вымощена. Тут я все нажал уже. Странно. А если я, допустим, помру? Вот. Лифты как-то туда попасть, что ли, надо? Ничего не понимаю. Мало боеприпасов? Да не страшно, вот у этого пистолета никогда боеприпасы не кончатся. Сюда, естественно, я помру, да? А я даже сюда не могу запрыгнуть. Давай еще раз. Подожди, я хочу туда. Что-то нас даже и не зажало. Зато я повис, не могу вылезти теперь. Я думал, меня убьет, но нет. Сюда могу попасть? Ой. Контрольная точка. Ну, по идее же, на самый верх надо идти. Почему показывает вниз? По идее-то мне чуть-чуть осталось. Вот отсюда я пришел. Хорошо. А вот там какая-то дверь есть, в которую я могу войти. В которую, я думаю, и надо войти. Если я опять сюда вниз спрыгиваю... Ну-ка, сейчас попробуем туда попасть. В ту дверь. Давай. Давай. Ну как ты не зацепился-то? Я же прям попал туда. По-моему, он не может зацепляться за преграды, когда механизм идет вверх или вниз. Печальненько. Если я пойду туда, то больше мне идти некуда. Давай еще раз. Это что сейчас было? Что за левитация? А почему не открывается здесь ничего? Здесь же зеленое горит. Это даже была не дверь. Да нет, стой! А дальше куда? Слушайте, я могу вообще ходить вот так вот. Чё я парюсь-то?
Вот так сходил. И к двери. Отлично. Вот так сходил и к двери попал. Не понял я на самом деле, почему я умер. Вроде шел нормально. Ладно, хорошо. Еще раз протестируем. Смотрите. Опс. Опс. Вот тут ждем. Вот где меня убило, я не понял. Тихо. Вот здесь дверь. Вроде. Давай наверх. И пошли. Да господи, я опять сюда обратно попал, что ли? Не может быть. Жесть, жесть, жесть. Та-та-ра-та-та-ра-та. Куда идти мне? Я ни черта не понимаю. А может быть, я... Господи, вот же куда надо идти. Вот это я, конечно, дал. Что, реально сюда надо было идти? Обалдеть. И куда мы сейчас попадем? Это какая-то система лифта. Вот. Чисто случайно вообще нашел этот мостик. Ты не помешаешь мне взять то, что мое по праву. Ой, не ворчи, а. Это было мне обещано. Дай-ка вот эту пушку. Нет, не канает. Чопс, чопс. Че, поехали? Ты там куда поехала-то? Стой, я здесь. Я иду к тебе. Почему мне здесь только боеприпасов дают? Офигенно огромное количество. Можно мне узнать, пожалуйста? Чик-чик-чик. Чё там сейчас? Не конец. Не конец, да? Это только начало. Эй, стой! А вот, походу, дело ворота и в ад, да? Мне тоже туда надо идти, нет? Я думал, мне тоже туда. Оказывается, нет. Ты не хочешь умирать, что ли? Эй, ты давай-ка забудь про это дело. А то он не хочет умирать. Такого быть не может. Что делаем-то? Сколько вас здесь? О, у меня же здесь есть ракетки. У меня тоже есть такие ракеты. Что надо делать? И что будет? Ты видишь здесь большая тучма? Здесь тучка, тучка, тучка! Я вовсе не медведь. У него там шланчик отлетел. Жесть! На, держи. И отдай мне жизни. Какой? Что вообще надо делать? Я что, дабл дэмэдж взял? Жесть. Это просто жесть. С вами был Лего. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока.